В открытом чемпионате Беларуси по гребле принимают участие 123 сильнейших спортсмена из каждого региона страны. Медали разыгрываются во всех олимпийских классах. На протяжении 4 дней гребцы соревнуются за первенство и возможность в будущем представлять страну. Чемпионат мира не за горами. Уже в сентябре белорусские спортсмены отправятся в Америку, где и встретятся с иностранными соперниками. После всех этапов Кубка мира, особенно где на третьем этапе рассматривались кандидаты на участие в чемпионате мира, очень, конечно, жаль, что у нас завоевали право только мужские экипажи. Женские у нас сегодня останутся без участия в чемпионате мира. Но я думаю, что все равно здесь, на этой дистанции, на таком прекрасном гребном канале, все равно будут победители, будут достойные имена названы. В соревновании принимают участие спортсмены от 18 до 45. Они демонстрируют мастерство на дистанциях 1000 и 2000 метров. У многих из участников за плечами многолетние усилия, высокие достижения, многочисленные победы на чемпионатах мира и Европы. Среди них и брестские спортсмены, которые сегодня составляют костяк национальной сборной Беларуси по гребле. Чемпионат страны – это важно для всех спортсменов, будь то он олимпийский чемпион, будь то он начинающий спортсмен. Все-таки надо посмотреть и уровень команды в целом. У нас очень высокая конкуренция в команде. Вот. Подтвердить свой какой-то статус и посмотреть на себя, на что способны твои товарищи по команде. Сергей Володько в спорте 10 лет, и таких среди участников немало. Каждый из этапов подготовки к большим стартам важен для спортсменов. Соревнования нынешние – очередная ступень перед мировым зачетом. Итоги открытого чемпионата будут подведены завтра. Завтра и определятся финалисты. Будем надеяться, что брещане оправдают надежды многочисленных болельщиков.